Меня не приглашают в библейские школы православные, вообще жаль, в храмы. Многие православные, как? Временно. Многие православные, допустим, Московского патриархата, там, Киевского даже патриархата, считают меня еретиком, отступником, все. Но, знаете ли, я верю, Господь, Он достучится не мытьем то катанием, Он найдет пути какие-то к человеческому сердцу. И даже вот с помощью таких записей, бывая в разных школах библейских, церквях протестантских, знаете ли, евангельских церквей, потом записи расходятся, и вот по такому поповскому радио очень быстро информация это расходится. Один священник мне как-то говорил с Донецка, ну, с Донецкой области, Донецкой епархии, он московского патриархата священник, и говорит, он приехал в Киев специально, чтобы покаяться, попросить прощения о многих неправильных вещах, какие были в его жизни, и что я помолился за него. А почему ко мне именно приехал? Говорит, ну, ему помогли материалы, которые он прослушал однажды, и тем более прослушал не на трезвую голову, понимаете ли, и в компании такой, которая серьезно не воспринимала все это. И мы лишь смеялись с тебя, говорит, там говорит, Задорнов и Жванецкий отдыхают. Мы с тебя просто смеялись и все. И потом прошли годы некоторые, и говорит, самое интересное, вот то, что он тогда слышал, значит, не на трезвую голову и под смех, оно стало в нем как-то просыпаться. И как бы над кем смеемся, господа, над собой смеемся. Знаете ли, вот на самом-то деле, пусть я подаю материал, может быть, там как-то еще, ну, особенным образом таким, но, в общем-то, это та грязь, от которой нужно избавляться. Баню водную церковь должна быть омыта посредством слова. Как для физического тела вода, так для тела Иешуа, для тела Мессии, для тела, для церкви всей, это Слово Божье. И для отдельного верующего так, и для, конечно, целых деноминаций, конфессий, юрисдикций, без разницы. Так, мы остановились на мифотворчестве, да? Религиозное мифотворчество, которое с 5 столетия, с того самого времени, когда монашество стало как бы умом, честью и совестью вообще церкви, руководящая роль монашества была очевидна уже, с того самого времени мифотворчество, как, знаете ли, некий ком снежный, просто нарастало лишь. Переписывались жития святых, допустим, вот Сергей Сергеевич Аверинцев, покойный уже, да, православный такой, можно сказать, обновленец. Он исследовал жития святых некоторых и пришел к такому убеждению, выводу, что многие эти рассказы, это есть плод мифа определенного. Допустим, самый такой удивительный пример был у Аверинцева, это рассказ о жизни святого Николая Угодника. Кто его не знает? Николай Угодник, Санта-Клаус, Святой Николай. Его по всему христианскому миру так или иначе его как бы уважают, знают. И в Западной Украине поют обычно «Ой, кто Миколай, любите там». То есть все получается, он на слуху, да? Детишки ждут от него подарочков, значит, там, значит, к Рождеству. Но в церковном, в народном православии он весьма почитаем. В церковном православии, религиозном православии он не менее почитаем. Но, конечно, уже так вот церемониально. Знаете ли, иконы его, Николаю Угоднику свечку ставить, это святое для многих. В аэропортах, значит, вокзалах железнодорожных часто мы можем видеть часовенки в честь святого Николая, потому что он якобы покровительствует дороги. То есть его культ очень сильно популярен. Даже вот такая маленькая зарисовка. Очень часто такой триптих такой мы видим в машинах, значит, на продажах очень популярный. Это Иисус Христос по центру, Богородица и Николай Угодник. То есть даже это о многом говорит, да? И по опросам общественного мнения именно прихожан храмов в Москве и в Петербурге больше половины опрошенных, значит, православных христиан, прихожан храмов, значит, это опросы делали еще Аверинцев, был жив когда, по его инициативе делали опросы. Несколько вопросов задавалось. Один из вопросов, что такое есть Троица? Вот как понимают люди? Больше половины объяснили, что это Иисус Христос, Матерь Божья и Николай Угодник. Значит, то есть даже это мнение больше половины прихожан. Были другие мнения, допустим, это Иисус Христос, Божья Матерь и Иоанн Креститель. Были другие еще мнения. Очень немногие, небольшой процент лишь прихожан, значит, или захожан, прохожан, как назвать, не знаю еще, ответили, значит, правильно, очень небольшой, я сейчас не помню, может, процентов 15 от силы. Ответили, что это Отец, Сын и Дух Святой. Но объяснить дальше ничего не могли фактически.
номинальных православных, в общем-то, Николай Угодник очень сильно прельщает, потому что это он такой, знаете, такой миф о таком очень добром таком дедушке, который дает подарки всем, и этот миф, он очень живуч. Но Сергей Сергеевич взял и разоблачил этот миф. Просто-напросто взял рассказы о Николае Угоднике, житие его, допустим, средневековое, разных вариаций взял, сирийских языков, значит, то есть разные рукописи на разных языках, он был лингвистом, изучал восточные языки, и он сравнил, просто провел анализ. Оказалось, что это как минимум три разных Николая свели в одно, то есть это образ, собирательный образ разных Николаев, то есть были прототипы на самом деле, был Николай, епископ из мира Ликийский, в стране, который был участником даже в списках Первого Вселенского Собора, на самом деле. Были другие Николаи, но все эти рассказы о разных Николаях, трех минимум, были сведены в одно. Потом, вот в те самые как раз времена все это началось, это мифотворчество. Потом в позднее Средневековье все это нарастало разными небылицами, разными такими как бы легендами, чудесами. Допустим, в советское время самое известное чудо такое, как бы ходящее, ну, слух о нем ходил, ну, по всем православным церквям. В 88-м, допустим, когда я начинал свое служение, то у нас в приходе каждая бабушка об этом знала прекрасно, об этом чуде. Недавно в России сняли, или снимут, или сняли уже этот фильм, называется «Чудо». Там этот актер, любимец Путина, как его зовут-то, забыл я. Путин очень сильно любит, его все время о нем говорит, этот адмирал играл фильм, он... Хабенский. Вот, значит, вот этот товарищ Хабенский, он вроде там сыграл какого-то там следователя или сыграет, я сейчас не помню точно, но была такая заметочка такая в прессе, в интернете тоже, а фильм под названием «Чудо». И как раз экранизация, вот это вопрос, я понимаю, это вопрос, экранизация вот этого мифа, что якобы там одна девушка там, значит, где-то на вечеринке, значит, ну, все по парам разбились и, значит, там танцевали, ну, как бы, у нее нет кавалера, значит, и она взяла, там икона стояла Николая, ой, я потанцую с Николаем, с Колей, и стал танцевать, и как бы окаменела. И как бы, значит, она стояла там и кричала там, значит, людей страх брал, приезжали якобы медики там, пытались ее колоть, иглы у них там ломались там, ее пытались с места срывать, не получалось, она окаменела там, якобы Николай Угодник там, значит, потом пришел дедушка такой, несмотря на милицейский картон, значит, пришел, значит, и сказал, мол, больше так не делай, и она, и оттаяла. Но, опять-таки, это легенда, сказка. Значит, ничего общего не имеющего с реальностью, но настолько она живуча, что сегодня ее экранизировали или собираются вот экранизировать. Надо, кстати, посмотреть, интересно. Там много такого сейчас экранизируют, такого из Николая II, допустим, делают такого чуть ли не святого, великого чудотворца. Но мифотворчество, оно, понимаете ли, и в политике, да, вот, допустим, знаменитая Лениниана, да, когда рассказы о Ленине, значит, они писались, ну, просто с потолка, ради того, чтобы создавался миф такой, чтобы в сознании миллионов людей это был такой спаситель нации, спаситель народов, как бы, да, хотя в 91-92 годах, когда начали публиковаться материалы другие, которых мы не знали раньше. Материалы именно свидетельства тех людей, которые знали лично Ленина. Не просто где-то как-то, а лично знали его. То оказалось, что он был совершенно другим, не таким, каким мы его знали раньше. Ну, допустим, у меня там с детства, я помню, в нашей комнате детской висела вот эта картина, это «Ленин и дети», да, значит, Ленин там и детки были. Хотя на самом-то деле те, кто знали его лично, утверждают, что он не любил детей, ни чужих, ни а своих, только лишь заикнулась его жена о том, чтобы им как бы завести ребенка, он такой скандал учинил, что ей отбило охоту всякую напоминать ему об этом дальше. То есть как бы он не любил детей и не хотел сам заводить, и при всевозможных встречах он показывал свое пренебрежение детьми всегда. Вот как бы, но зачем его поместили таким добрым старичком, значит, среди детишек? Чтобы образ создавать вот у обывателя советского, вот такого любящего дедушки, любящего детей, значит, что он все время с детьми возился, значит, как бы вот и даже там революция, а вот с детьми это святое. Там много других вещей. То есть миф, создавался миф, но, конечно же, политический миф это одно. Но религиозный миф это
Очень страшно. Почему? Потому что в христианстве религиозный миф, он имеет такую страшную сущность. На место Бога, на место Христа поставить что-то другое. И вот когда мы разбираем культы этих святых, тогда возникших, конечно же, видна вот эта сущность, демоническая сущность просто-напросто. Хорошо. Дальше, что было из истории христианства, какие мы еще уроки можем взять? Я перескочу, значит, на шестое сразу столетие. В шестом столетии, значит, был такой правитель, император, значит, его звали Юстиниан. Юстиниан, запишите себе его тоже. Вот в теме как раз нашей он будет занимать немаловажную роль вообще. Император Юстиниан. Император Юстиниан. Так вот, и императрица Феодора, его жена Феодора. Юстиниан и Феодора. Сразу оговорюсь, что оба они, и Юстиниан, и Феодора, они объявлены святыми в католической и православной церкви. Это святые антисемиты, которые по отношению к еврейскому народу сделали очень много зла. Очень много зла. И фашисты, и немецкие, и нынешние русские фашисты очень сильно почитают этих святых, как правило, и ссылаются на них очень часто. По крайней мере, издания, современные издания, допустим, неофашистов русских, именно пестрят цитатами как раз из сборников, вот как раз кодексов императора Юстиниана, а также ссылки на решения церкви именно того периода времени, на святую Феодору ссылаются, на святого Юстиниана. На самом-то деле, как раз серия еврейских погромов именно тогда, значит, обогрела еврейской кровью, значит, землю византийскую. И, в общем-то, ненависть к евреям была легализована настолько, что это было чуть не каноном. Каноном она стала попозже, правда. В церкви сам канон, сама доктрина, именно такая антисемитская, она была чуть позже принята. Но Юстиниан, он именно с Феодорой заложил вот эту как бы базу своим кодексом, гражданским таким кодексом. Согласно кодексу Юстиниана, это в самой середине было 6-го столетия. 565 год можно обозначить как вот именно... вот финал этого кодекса уже. Да. Согласно кодексу императора Юстиниана, иудаизм лишался легального статуса вообще. То есть как религия она не существовала больше. Если, допустим, до самого правления Юстиниана еще как-то мирились, смирялись с тем, что строились там синагоги где-то они реставрировались, и где-то общины еврейские собирались, то, начиная с кодекса Юстиниана, вообще иудаизм лишался статуса. Кстати, помните ли случай такой? Сейчас, если я найду его, я скажу вам. А, да, вот, нашел. В 2005 году, в январе 2005 года, то есть вот недавняя история совсем для нас-то, у нас сейчас 11 год, а то был 5 год, в России, значит, группа депутатов Государственной Думы выступила с призывом запретить иудаизм на территории, значит, Российской Федерации как террористическую религию. В соответствующем письме был изложен традиционный набор антисемитских мифов, восходящих к записке докладной там, 1844 года. Но скажу, большая группа депутатов народных Госдумы Российской обратилась с таким письмом в 2005 году. И самое интересное, все эти подписавшиеся депутаты, значит, фамилии их указаны, значит, они не скрывают до сих пор своего антисемитского такого настроения. Все эти депутаты, ныне даже некоторые из них министры в правительстве Медведева и его советники, эти антисемиты заявляли, что их позиция является позицией православной. Официальная православная церковь Московского патриархата вот до сегодняшнего дня, уже 11 год, ничего против этого не высказала. Наоборот, высказала всякую поддержку этим депутатам. Депутаты предлагали иудаизм запретить как религию террористическую, человеконенавистническую. Взяли всевозможные мифы, легенды, что якобы там, значит,
хасиды, там какие-то еще направления пьют кровь младенцев там и прочее. Бред. В мацу добавляют, значит, и при бракосочетании добавляют пепел, значит, с крови младенцев христианских. Значит, там, то есть это народные депутаты, это группа народных депутатов, многие из них ныне здравствующие и занимающие очень большие посты, значит, в правительстве Медведева, значит, и Путина. Так вот, и понимаете ли, никто из них не то чтобы не раскаялся, а наоборот, они укрепили свои позиции. И скажу, что они, вот эти вот они, эти депутаты, являются православными. То есть они свою позицию религиозную открыто высказывают. Мы православные. И в своем обращении на имя президента и обращаясь к Госдуме, они заявили, что их позиция является позицией православных христиан в целом. Дальше, вот по поводу вот этого события, спасибо. По поводу событий 2005 года, значит, января месяца, значит, представители власти, ну, непосредственно там Путин, Медведев, там какие-то еще люди, я не помню, были, не, Медведев нет еще, высокопоставленные люди в государстве российском современном назвали его неуместным, это заявление, то есть не лживым, а неуместным. Значит, Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству, 26 января 2005 года в официальном таком обращении. Потом несвоевременным, также было сказано, что это несвоевременное высказывание депутатов. Потом, здесь еще целый список, если интересно, таких событий, вот последнего времени. Но удивительно, но все вот эти вот как бы мифы и антисемитские вот эти вот идеи еще в далеком прошлом, то есть события в наши дни сейчас разворачиваются, интересно такие, да, но в далеком прошлом, в далеком 6 столетии Юстиниан и Феодора то же самое говорили. И они основывались, вот почему, допустим, император решил таки запретить иудаизм как религию вообще на своей территории, на территории империи. Почему? Потому что все эти вот ложные эти вот учения, ложные доктрины, они в церкви уже были, и император использовал лишь вот эти настроения и эти идеи для запрета. Я сейчас еще приведу вам из кодекса некоторые вещи. Там диву даешься просто, что происходило. Значит, ну, до смертной казни было. То есть были преследования евреев, и право собственности для евреев были урезаны. То есть, в принципе, было так в то время. Любой православный христианин мог ограбить еврея, и за это ему ничего не было. Допустим, если ты имел бизнес с евреем, да, и ты его кинул, тебе ничего не будет. Еврей не мог ничего в суде доказать. Он не имел права голоса ни в суде. Ты, допустим, если ты был хорошим таким христианином, и ты хотел еврея защитить, тебя за это наказывали как еврея. То есть ты не мог защитить еврея в суде, быть его представителем в суде. То есть получилось, что обычный еврей, он становился самым бесправным существом во всей империи. Это не касалось других народов. То есть любой народ мог жить в империи и иметь какую-то защиту в суде, иметь защиту, ну, как бы собственности своей, да. Значит, но еврей лишался всех этих возможностей. Это было такой дискриминацией, и это было в православном государстве. Когда христианство православное стало повсеместным, стопроцентным. Если, допустим, еврей какой-то в присутствии свидетелей, двух-трех свидетелей, категорически отказывался принимать христианство, его казнили за это. То есть это было манипуляцией, и плюс еще казни были, почему евреев тогда популярны, потому что их имущество отбиралось в таком случае, и забиралась часть в казну, а часть всевозможным этим свидетелям и доносчикам и прочее. То есть получился беспредел, законодательство утвержденное, то есть по кодексу Юстиниана это было повсеместно по всей империи. Я еще вам кое-что скажу, что дело было не только на Востоке. Император Юстиниан, он формальную власть имел на всей империи. То есть его закон распространялся на всю империю, Запад и Восток. Евреи бежать было некуда абсолютно. Только лишь, может быть, какую-то дикую страну, куда-нибудь в Африку бежать. Или, ну, податься некуда было абсолютно. То есть везде он будет бесправным абсолютно.
Да, вот такие времена наступили. И это святой православной церкви. Недаром депутаты Народной Госдумы вот ссылаются на вот таких святых, которые поклоняются до сих пор, святые, ну, как святым, православные христиане. И изображение царя Юстиниана есть и в Московском Кремле, значит, и, пожалуйста, почитаем. Есть храмы в честь Юстиниана и Феодоры, построенные на Руси. То есть, как бы, он почитаемый святой. И он так вот утвердил. И поэтому, кстати, Путину почему обратились депутаты еще? Потому что, чтобы он, как бы, он тогда, накануне, в 2004 году, назвал себя покровителем всех православных по всему миру в одном из выступлений. То есть не только России президент, не только русских покровитель, но и всех православных по всему миру. То есть если где-то будут обижать православных, я тут как тут, я президент всех православных по всему миру. Хотя его никто так не избирал, как бы, на такой пост, но он себя так провозгласил самостоятельно. И вот после этого ему такое заявление. То есть как вот Юстиниану, как вот некому такому новому, значит, такому тирану, который покровитель всех православных по всей планете вдруг. Неожиданно нашелся такой герой. И хорошо, друзья мои. История с Феодорой, с его женой, она вообще такая интересная история. Феодора была из... Я почему это рассказываю, потому что вам это пригодится. И вы будете знать, на чем же... Будете видеть для себя, во-первых, на чем строится все здание современного антисемитизма. На такой лжи, на таких мифах и на таких личностях, что просто, ну, нормальный человек, порядочный, просто, ну, даже не захочет иметь дело с такими персонажами. Знаете ли, Феодора... Она была незнатного рода, она, конечно, стала первой леди впоследствии, но она была с самых низов. И простой уличной проституткой была вначале, а потом она сделала бизнес, она имела свой публичный дом уже и воспитывала, значит, юношей и девушек, значит, в проституции такой. Потом имела сеть публичных домов по империи, не только в столице уже, а и по империи. То есть она стала, ну, у нее был огромный уже бизнес уже. И если в начале карьеры ее она была просто уличной проституткой и матросы были в порту ее клиентами, то в конце ее карьеры уже сенаторы, уже такие олигархи, как бы говоря современным языком, были ее клиентами, и даже государь-император. То есть она, ну, выбилась от очень высоко. Но все, даже враги ее, современники писали, что она была очень красивой и такой, даже... Дожив до глубокой старости, она даже в старости была очень такой сексуальной, значит, и, значит, даже молодые люди от нее с ума сходили, как бы, значит. То есть она каждый день много часов проводила в ваннах всевозможных таких, значит, там, и притираниях, то есть вела такой образ жизни, следила за собой очень сильно, внимательно. И никогда на солнце не показывалась, там, значит, ее только там в тени держали все время, значит, то есть такая была женщина интересная. И вот, и она прельстила... совратила того самого императора. Вначале он был просто ее клиентом, а потом предложил руку и сердце. При дворце сразу заговорили, что она его приворожила. Но она была не только проститутка, не просто имела бизнес такой, но она была, об этом говорили ее недоброжелатели, однозначно современники, что она была посвященной в культ определенный. Магический культ, она была жрицей культа фаллоса, значит, божества, значит, фаллического. Потому что в ее публичных домах она разработала целую систему ведь, по сути. Хотя она, может, была и до нее, вообще-то. Но с ее именем связывают вот эту вот систему публичных домов в христианском государстве. Легально. Но нельзя было, понимаете ли, ну, понятное дело, это было все благодаря коррупции большой, значит, в то время чиновники брали все время взятки, закрывали глаза на все это. То есть, как бы, официально их вроде и не было, но все понимали, что в центре столицы, большое здание, это публичный дом. И отдельно практикующие блудницы имели уже статус определенный. То есть, они, как бы, были легальны, но и неофициально. Вот такая ситуация была. И как же отличить было, допустим, к примеру, ты приехал в город новый, и как, значит, найти было публичный дом или отдельно практикующую блудницу? Было очень просто. С Феодорой это связано как раз, как считают. Она была жрицей, и был знак условный на окне где-то, на входе в дом. Значит, это булка такая, хлеб, как мы его называем сейчас кулич. Вот это знак мужского полового органа, который выставлялся на видное место для того, чтобы путник знал, что это вот это тот самый, значит, место, значит, куда мне нужно идти. И
Феодора, став первой леди, став императрицей, ну, правда, даже ее враги пишут, что она оставила свой бизнес, то есть она как бы уже и, значит, полностью переключилась на Юстиниана, и как бы они жили долго и счастливо вместе, но, однако же, и даже и друзья, и враги все пишут, историки, тогдашние, современники этих событий всех драматичных, пишут, что Юстиниан, это все знали уже, Юстиниан был подкаблучником у Феодоры. А с первого дня ее нахождения во дворце все решения, даже незначительные, принимались только лишь через нее. То есть Юстиниан как будто бы потерял свою волю вообще. До того, вот интересно, вот его царство можно так вот поделить даже на время до женитьбы, да, и после. До этого он был человеком, ну, довольно-таки властным, как бы. То есть он принимал решения и такие довольно-таки, ну, серьезные решения. Были такие даже походы какие-то у него там военные, ну, правда, репрессии были, да. Хорошо, но он был самостоятельным человеком. После этого он потерял вообще самостоятельность, как будто бы он заблудился вообще. И при дворце все знали, что если Феодора что-то одобрит, то это будет одобряемо и императором. Доходило до глупости, даже в мелочах, в бытовых мелочах он был не самостоятельным человеком уже, император, значит, не говоря уже о там внешней или внутренней политике. Самое удивительное, как раз именно до их женитьбы империя укреплялась, империя собиралась и укреплялась могущественно. После женитьбы империя стала трещать по швам. То есть вся империя была подвержена, ее лихорадило. И раскол был уже неизбежен, это было всем уже очевидно. Раскол империи на запад и восток был уже, ну, как бы не за горами. Хотя официально и церковный раскол был позже гораздо, но и в церкви наметился в то время уже раскол. На западную и восточную католическую и православную церкви. Когда был раскол, кстати, кто помнит официально на православную и католическую, кто может знает? В 11 столетии. Запишите себе, пожалуйста, такую дату, забегая вперед, назовем ее сразу. 1054 год. 1054. 1054 год. Время раскола церкви. 1054 год. Время раскола церкви христианской, вот государственной официальной большой церкви, на западную и восточную часть. Западные стали называться католиками, восточные стали называться православными. До того церковь называлась православно-католической. А здесь был раскол на западную и восточную часть. Западные прокляли восточных, восточные прокляли западных. И 1054 год. Западная и восточная церковь. Западные католики, восточные православные. То есть, ну вот, восточные православные церкви. И это раскол уже такой, как бы, большой раскол, но именно в 6 столетии при Юстиниане и Феодоре этот раскол уже наметился, как бы, уже очень серьезно наметился. То есть западные, допустим, уже не слушались восточных и наоборот. И что же произошло? Что произошло, значит, с Юстинианом и Феодорой? Значит, Феодора... Ну, я не буду много о ней рассказывать, наверное, там не очень хорошая история. Но я скажу вкратце, что эта женщина, она была ярой антисемиткой. Ярой. Есть разные слухи, есть разные мнения. То есть пишут очень разные, почему она была такой настолько ненавистной женщиной по отношению к евреям. Даже слово «еврей» в ее устах это было самое страшное ругательство. Когда она говорила слово «еврей», все во дворце просто прятались. Она знала, что прольется чья-то кровь, кого-то она обезглавит и прочее. То есть все боялись. Это ее выводило из себя. Она, ну, как бы, ее мечта была, чтобы евреи вообще полностью исчезли, как таковые, как нация, как народ, чтобы их не стало. В принципе, Юстиниан в кодексе не без ее ведома это все это и записал-то, лишив иудаизм вообще статуса юридического и имущества их лишив. Говорят, что она была сама наполовину еврейкой, некоторые пишут. Некоторые пишут, что и была как бы обижена. Потом пишут, что, значит, в детстве ее обидели евреи, там, или в бизнесе там ее как-то компаньон ее был еврей. Значит, то есть пишут очень разные совершенно мнения, но факт то, что она очень ненавидела евреев. И антиеврейская политика государства византийского стала очевидной. Но дело бы только не только в государстве, в церкви было так же.
она, как Иезавель новозаветная такая, она взяла полный контроль. Вот знаете, вот диву даешься, очень похожа на Иезавель. Она взяла контроль над церковью. Не мытьем, так это, знаете, она не прямо, а вот через лиц определенных, которым она давала деньги большие, власть, почет, купив служителей некоторых ключевых, она убирала неугодных, тех, которые, допустим, мешали ее бизнесу когда-то, допустим, публичные дома открывать в городах. Те епископы, которые противились, чтобы в городах не было публичных домов, их в ссылке, или они пропадали без вести, или же куда-нибудь за край Айкумены их посылать, чтобы они были не на виду. На их места она оставила беспринципных, просто продажных служителей, вот, бесхребетно таких христиан, и чиновников государственных облекала епископской властью, значит, и ставила их на ключевые позиции в церкви. Вы, наверное, уже можете теперь понять, почему, допустим, распущенность всевозможная нравов была в то время в Византии. В церкви, допустим, многие епископы были, не стесняясь уже, гомосексуалистами, значит, там, и педофилами. И, понимаете ли, это она воспитывала многих мальчиков в этой проституции, значит, и гомосексуалистам она давала дорогу карьерную и в политике, и в церкви. И наоборот, те, кто противился вот этим, этому распутству, она их отстраняла и ставила подальше. Но, наверное, самым большим шедевром ее, до сих пор дошедшим до наших дней, это, кстати, Юстиниан же, именно он построил этот самый большой храм в истории христианства тогда, на тот момент, ставший центром, как Меккой для, значит, мусульман, значит, храм Святой Софии, премудрости Божьей, значит, в Константинополе. В Стамбуле это самое видное здание. Оно потом стало мечетью со временем, потом музеем, там судьба такая интересная этого храма. Но это было самое крупное сооружение вообще церковное в истории православия тогда и центр православия мирового. И именно Юстиниан. Но Юстиниан, говорят, даже у него была мания такая. Он хотел построить самый большой храм и потратить столько много золота на его украшения, чтобы затмить Соломона, превзойти его. И говорят, что он, значит, на освящении храма воскликнул: «О, Соломон, я превзошел тебя». Но явно не умом и сообразительностью, конечно. Потому что у Соломона-то даже рабы жили, как люди, да? Значит, а у Юстиниана к тому времени и свободно жили, хуже рабов уже. То есть и он пустил по миру целые провинции, ограбил свои же территории ради того, чтобы на стройку столетия бросить все средства вообще. То есть как бы он был очень неразумным строителем. Да, он закончил эту стройку, да, но она уже при уже окончании, при постройке уже была памятником очень, ну, большой тирании, будем так говорить. Как некая египетская пирамида, что ли. Так вот, а что же Феодора привнесла? Ну, официально Юстиниан, но, значит, можно сказать, Феодора. На Пасху, в самой середине 6-го столетия, на Пасху издался закон такой. Было запрещено есть, значит, опресноки. То есть, если на Пасху, в пасхальную неделю, кто-то из христиан ест опресноки, за это рубили головы. Значит, и головы потом натыкали на шесты и украшали дворец этими головами. Значит, потом четвертовали, значит, сжигали заживо. То есть христиан, которые отказывались есть куличи. Она приказала, что всю неделю пасхальную есть только лишь квасное. Если монахи при обысках у кого-то найдут в домах пресное, лепешку, пресный хлеб, смертная казнь ждала это. Ну, по крайней мере, главу этой семьи. Значит, если священник какой-то, он заступался, и при свидетелях обнаружилось, что у него есть опресники на пасхальной неделе, то его снимали сана пожизненно. То есть он лишался сана, независимо, это простой священник сельский, или он митрополит, или он патриарх. Он лишался сана пожизненно, все, полностью. А если он мирянин, то его казнили. Так вот, значит, согласно закону Юстинианову и Феодору, значит, именно квасное должно быть. Больше того, следили специально, чтобы на пасхальной неделе пекли именно вот эти куличи знаменитые. Значит, то есть это издалека видно, что это не маца, да? Это не опреснок. Хотя в христианстве, значит, опресноки были, ну, до того времени популярны. То есть на Пасху все христиане ели мацу. Это было, ну, обычным. То есть как бы никто вопросов не ставил себе,
ну, как бы, что изменить это все. То есть это была традиция, уже 5 столетий было христианство в то время, как бы, существовало, 500 лет на протяжении 5 столетий. И все эти 5 столетий было так. То есть, как бы, менять, ну, не видели никакого смысла. И вот Феодор и Юстиниан вдруг поменяли все это. Начались казни даже тех несогласных. Почему люди шли на смерть, христиане? Дело было не просто даже в хлебе. Конечно же, согласно Писанию, мы знаем 1 Коринфянам, да, Павла, что опреснок, он имеет символ чистоты и святости. Да? А, значит, дрожжевое тесто, значит, такое поднявшееся, это закваска порока и лукавства, согласно новозаветному такому пониманию. Именно поэтому. Но и не только поэтому, потому что кулич в то время, это был, все это знали в то время, сейчас это мало кто знает уже, но тогда это все было знакомо, что это было изображение мужского полового органа, это было частью фаллического культа и знаком блудницы. А здесь в церквях, по всем церквям было обязано, значит, духовенство поставить эти куличи, то есть публичный дом превратить, значит, даже визуально, внешне, значит, христианство и церковь. И кулич это, ну, такая булка такая поднявшаяся, такая глазурь, значит, на ней, она спокон веков символизировала вот это семяизвержение, значит, это было частью поклонения вот тогда, и украшено все это было яйцами. И, значит, и поклонялись этому хлебу в древности не только блудницы, не только это был знак этой профессии, но также и посвященные в этот культ другие люди. Но в христианской Византии это было, но это было уделом, как бы, отдельных сект, может быть, или же публичных домов, допустим, знаком, но по всему христианству ввести такое, это было немыслимо. Очень жестко, путем репрессий, епископы многие теряли свои места, их снимали с должностей за отказ куличи выставлять в храме. Это, ну, представьте, знак блуда, значит, поставить, значит, прямо вот в церкви и поклоняться пред ним. Притом, значит, поклоняться надо было пред артосом, так называемым. В царских вратах всю неделю на пасхальную должен быть знак этого блуда. Знак, хлеб называется артос, значит, святой хлеб, как бы, высоко поднявшаяся такая большая булка такая, значит, которая потом... Потом ритуально должны были все съесть после пасхальной недели. Всю неделю хлеб должен стоять, после недели должны были разрезать ее и съесть эту булку все участники. То есть получается, опять как вот в языческом капище, только уже в христианской церкви. Это было ужасным событием, и скажу, что, значит, церковь в то время на самом деле даже внешне уже стала походить на блудницу, а не на невесту Христовую.